Доброго времени суток. Здравствуйте. Иди сюда. Ну, иди сюда. Не хочет, друзья. Наелась. Там полная миска была. Покормили на обеде. Тут подкармливают все. Тут работников много. А Шарик где-то тоже спит. Пока солнышко. Ну а что им? Поели, попили и отдыхают. Поели, попили и отдыхают, да? Сейчас подойду к ней. Глаза вам покажу эти. Не просто человеческие глаза. Ну что ты сразу ложись? А так не пыли хвостом. Хвостом не пыли. Видите, слушается, не пылит хвостом. Сейчас буду гладить пузико. Так, хвостом не пыли. Да. Ты такая девочка красивая. Девочка красивая, да? Ну, не надо облизывать меня. Балдеешь на солнышке, да? Балдеет девочка на солнышке. Поела. Попила. Ночью отработала, да? Сторожила здесь вместе с Шариком. Она стерилизована, друзья. Поэтому... Все хорошо в этом плане. Привита. Да, привита. Привита девочка наша. Хорошо кушает. Все за ней хорошо. Все с ней хорошо. За ней следят, да? За девочкой следят. Кормят. Заботятся. Поэтому, друзья, все хорошо. Как приятно, когда у собачек все хорошо. Есть и водичка, и накормлено, и чувствуют себя замечательно. И в глазах не грусть, а радость. Да. Ты моя девочка красивая. Она на спинку хочет перевернуться. Спинка чешется, да? Спинка чешется. Ну, такая она большая девочка. Да, девочка большая. А Шарик где-то дрыхнет, друзья. Отдыхай. Зрителям тебя показали поближе. Отдыхай, ласточка. В общем, друзья, хорошего вам трудового дня или просто нетрудового дня. Спокойствия на душе, здоровья, добра. Всех-всех благ вам. Солнышко и в душе, и за окном. До новых встреч.